Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Димон Килл, Стаканчик, Жакет, Фишман. Как всегда, еще какие-то классные пацаны. Поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Сегодня мы играем на очень крутой карте. Это военная база. Все писали в комментариях, чтобы мы записали прятки, так как уже, наверное, недели три, а то, наверное, месяц не было этой рубрики. Если видите, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем режим прятки. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Давайте будем очень внимательно исследовать эту карту, так как на ней все очень продумано. Она не так как большая, так как очень детализирована, и каждое помещение можно заходить, ныкаться и меня троллить. Вижу, реально кого-то увидел. Неужели я такой быстрый челик, искальщик? Так, так, так. Да, наверное, показалось. Так что сейчас тебя убью по-любому, если мне это кажется. Да, я таких, как ты, ищу каждый день миллион штук в секунду. Кстати, будем брать аниматроников. Спаков на в 6. Так, это не считается, должен я убить. Эй, собака, выходи, я тебя видел. Хорошо, давайте будем дальше исследовать карту, она очень крутая. Стекла бьются? Не бьются. У меня довольно сильная нычка. Хорошая, хорошая нычка. Мне нравится, как человек отчаяния попытается сейчас выжить. Но я не дам этого сделать. Так я от тебя уже убежал. Да, конечно, убежал. Но ты же тоже не считай, ты играешь с высокоинтеллектуальным человеком. Смотри, как я начал сейчас вас убивать по очереди. Так, так, так. Надо, главное, внимательность и не отчаиваться. Так, так, так. Тут. Вот тут. А, вижу, вижу, вижу. Отлично, отлично. Я же сказал, моя тактика, она всегда работает. Вы что думаете? А знаете, как я его убил? Я залез на крышу и сверху его увидел. И все, кто сейчас прячется в кустах, я всех увижу и убью. Последнее желание, говори. Кто в кустах сидит? Никто не сидит в кустах, а я вижу, кто-то сидит. О, вижу, побежал тут кто-то. Ускоряемся. Я видел, что-то тут пару молекул пробежало. Я, кстати, слышал твой скример в правом ухе. Ого, жахнуло. Пацаны, брать FNAF 6, поняли? Пилпак. Это не FNAF 6. Ты не того взял. Бери FNAF 6. Хорошо, не надо, не надо подсказку, я тебя и так найду, ты не переживай. Не переживай. Я уже иду вовнутрь помещения, я знаю, что ты тут сидишь. А я иду пацанчиков мочить. О, прикольно, жопа вперед захожу. Ха-ха-ха, прикольно, прикольно. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И давайте добьем до миллиона подписчиков, и у меня будет золотая кнопка. И еще лучше настроение снимать крутые ролики. Так, тут получается... О, привет, привет. Погнали вместе. Я буду с Лефти ходить. Это мой братуха. Дубликат. А, кто-то стрельнул тут рядышком. Ты чё? Ты не умничай. Ты мне ногу прострелил. У меня теперь масло вытекает. Ну, да, аптечки было, не бойся. Лови аптечку. О, давайте сюда зайдем. Почему бы и нет? Сюда нельзя зайти? Эй, не заходится в будку. Ты нашел Лефти кого-то? Я кого-то слышу. Я тоже кого-то слышу. Именно щ. Это ты щи слышишь, да? Так и ты что, Among Us играешь? О, о, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Чувствую, кто-то сейчас умрет. А кто умрет у нас? Правильно. Вонючая собака. Обидно вообще-то было. А ты вонючая... Я думал, ты пахучая собака. Извините. Я тебя не извиняю. Ой, я не должен тут быть, я понял. Я за текстуры залез. А тут есть выше? О, подожди, а как туда выше поднять? Ага, понял.
Лестничная площадка очень странно сделана. Потому что видел какого-то лефти. Ты видел лефти? Ага. А ты что, в зоне находишься? Ведь можно. Ты такое говоришь, как будто хочешь умереть. А, так подожди, ты, наверное, другого лефти видел. Я думал, ты меня видел. Так, хорошо. Лефти, братуха мой, ты слышишь? Откуда эти противные звуки исходят? Да надо наказывать собачек. Слышу, как они оружие берут. Блин, такие кусты здесь стрёмные, ничего не видно. Так. А давайте мы поищем здесь. Чё там, автобус никто не угоняет? Автобус я угоняю. Не угоняй автобус. У тебя нету прав. В смысле, не понял. Он их купил. Нельзя без прав ездить. Ого, машина дерется. Так, почему-то я не продумал, что вы так можете хорошо заныкаться. Получается, мы с Челиком вдвоем ищем вас. А? Так, давайте, знаете, что мы сделаем? Режим полета уберем. Вот я вижу нашего братуху. Иди, заходи. Никого нету тут? Давай я загляну. Привет. Ассасин. Хорошо, двери тоже лефти. Будет уже три лефти. Ха-ха-ха. У нас сегодня серия, где все лефти. Стадо лефти идет. Ой, собаку вижу. Салабака. Ты че еще так выпендриваешься? Ты думаешь, я тебя не убью? От меня еще никто не убежал. Стой, будь внимателен. Нычка-то хорошая, но я тебя и взял, и там найду. Ой, отлично, ребята. Ну это сразу видно, вы поставили лайкосик, я всех нахожу. Нет. Еще сколько людей нашли? Давайте перекличку сделаем. Кого нашли? Никого не нашли? Давайте в чат. Ага. Все, двоих еще, да, ищем? Моны нашли, Danger Chip. Я тоже. Давайте, кого не нашли? Нет. Двоих. Пацаны должны очень сильно напрячься. Я знаю, что это очень хорошие игроки, но мы должны их убить по-любому в этой серии. Димас, меня забыл. Троих? Да-да. Не порть настроение. Короче. А где тебе вас искать-то? Карта. Так я и тут ни разу не искал еще. Блин, карта очень здоровенная, оказывается-то. Ребята, очень чекайте текстурки за текстурками. Вот как сейчас. Отлично, блин, у меня такая классная штуковина, что я могу искать пол серии только одного человека. Так, мы двое остались, кто? Внимательно, пацаны, чекаем везде. Стаканчик, нычка была хорошая. Только надо было тебе в уголку еще и на Ctrl сесть. Туда точно б не нашел тебя. Ну там хвостик торчит. Два подписчика мы ищем. Но найти мы их не можем. Давайте ты пыхнемся на крышу. Из крыши будем чек. Я догадываюсь, где они. Где мы еще не были? Вот в этом домике мы не были. А я знаю, где они, наверное, прячутся. Где? Наверное, вот здесь за автоматом. Вот в этом домик, заходи. Иди за мной, знаки. Да сейчас найдем, подожди, надо все по порядку найти. Шкафы уничтожаем. А как нельзя уничтожить, если нельзя порядку? Я ломаю. За лефти можно ломать пропы. Это же твой. Хорошо. Под машиной. На машине, у машины, возле машины. Нету. А ну давайте, кого не нашли, стрельните по роску. Да, еще там. Блин, не могу найти реально, очень сложно. Ну, поэтому наш подсказка где-то есть. Вот, слышу. Я слышал, около меня там. Да. Ребята, все в помещение вот это вот. Все в здание, вот в это. Он на вышке, ребят. На вправо.
На вышке? А где тут вышка? Я нашел одного, бегу за ним. Ой, я сейчас. Он последний. Какой один? Так, никого не вижу. Никого. Ого, сколько лефти бегать. Я с ними хочу бегать. Мне нравится. Толпа, побежали. Мы его потеряли. Прием. А он был тут? Да, он был тут. Он пробежал. А, так, ребята, внимательно, внимательно, внимательно. Где-то оно забежало. О, бежим, бежим, его, бежим. Видишь? Прямо... О, убили его? Че, всех нашли? Всех. Битва аниматроников между собой. Раз, два, три. Битва начинается. Отлично, один умер. Так, что-то мало трупов. Сливайтесь. А я потом это самых мощных поубиваю. Давайте будем отсюда убивать. Чё, мы не сможем убить никого. Чё, иди сюда, подлец. Ты чё, решил моих подписчиков убивать? О, убили! Вот молодец. Стаканчик. А меня не нашли. Не нашли тебя? Не-не-не, меня не нашли ещё. Ты чё, троллишь нас, что ли? Нет, я могу даже дам. А где ты вообще ныкаешься? Нашли? Я еще... Не нашли? Нет, я еще не умер. Ты чё, вообще наглый? У меня очень мало хп. Сколько у тебя хп? А чё у тебя много хп, если ты врёшь? Ну, я был за ним отрубить просто. А, ты ещё вздумал обманывать нас. Ребята, помните, какое оружие давно я не взрывал? Правильно. Не-не-не, это именно оружие, которое 1000 лет не взрывал, но мне кажется, у нас его уже нету. Конечно же есть. Оно уничтожает... Нет, это не то, это не... Ой, мои бомбы активируются! Улетаем, улетаем. Ух ты! Притом это не все бомбы, это не все. А еще я обожу. Красавчик? Нет, я еще не умер. А сколько у тебя жизни осталось? Это же все, есть у меня последнее оружие, но оно не взрывоопасное, оно просто уничтожительное. Знаете, как его использовать? Это отлететь на край карты, если даже он где-то там, я его убью. Ой, вот теперь это убью. Это оружие автоматическая находилка. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!